Всем привет, привет, привет! А у нас снова закупочки. Ну, начну с тривиального. Это Кока-Кола, обычная. Редко здесь можно встретить по литру, но в одном магазине продается. Дальше, ой. Дальше вот такие груши. Такие вот груши. Их тут немножко. Так, груши. Так, морковка. Ну, такая обычная, самая обычная морковка. Так. Вот такие пенны, макароны, вот такие перья. Вот. Так, дальше. Дальше я купила мак. Вот такой обычный сырой мак, не протертый. Ой, куда это он уже попал? Так, вот такой мак. Она закрыта здесь. Удобная очень банка. С одной стороны можно насыпать много, а с другой стороны можно сыпать вот так. Это я купила для выпечки хлеба с маком. Так, дальше. Купила, попробовать никогда не покупала. Вот такие корнишоны с медом. Медовые огурчики. Посмотрим, какие они на вкус. Есть такие медовые, есть такие очень-очень крепкие. Но я люблю не крепкие. Ну, снова мед. Снова мед. Мед к чаю уходит. Значит, купила еще два вот таких русских йогурта. Хочу сделать какой-нибудь тортик. Купила на крем. Целый литр взяла. Так, дальше. Это у нас кумин молотый. Вот, я люблю в плов класть вот, вот такой. Вот, я люблю в плов класть кумин. В общем, вот такой кумин. Тоже баночка такая же удобная. Вот. Такая же красивая и удобная. Так, дальше. Лимончики, лимончики. Ой, бананчики были только вот такие. Только вот такие. Good бананы, они не очень желтые, но полежат и будут хорошие. Опять мармеладка, мармеладка, мармеладка для меня. Так, потом я себе купила еще вот такие яблоки. Купила их несколько штук, не знаю, как они подойдут. Это Джуна Голд. Ну, в общем, купила три штуки, так как-то не очень. Так, мы искали чай с кардамоном. Махмуд. В общем, чай с кардамоном. Посмотрим, как он на вкус. Здесь 100 пакетиков. Порядка 4 евро стоит. Ну и купила приправки. Значит, это кардамон для булочек, потому что мой закончился. Так, это у нас приправка для жареной картошки. Тоже две штучки. И одна вот такая гарам масала. Я тоже ее кладу в плов. Очень люблю в плов класть. Ой, а у нас такое случилось, такое случилось. Короче, наш Лидл, который возле нашего дома, был очень маленький. И фойе магазина было очень большое. И был второй этаж, и третий этаж, но они были нерабочие. Ну, в общем-то, вот буквально вот 2 месяца они все это дело там прикрыли, меняли, перестали хлеб печь. Вот. А сейчас они закрыли магазин аж до 30 апреля, вот со вчерашнего дня и до 30 апреля. Значит, будет у нас теперь Лидл самый большой в Швеции. То есть, я так понимаю, они сделают, они делали первый этаж, вот это фойе, которое было не задействовано. Ну, вот. А теперь они делают второй, я так понимаю, второй и третий этаж. Будет очень большой Лидл. Это, конечно, классно, но до 30 числа я же привыкла. Если у меня чего-то нету, боже мой, буквально в пижаме и в тапочках можно выскочить и купить там каких-то, там, я не знаю, там помидоры, хлеб, вода, ну все, 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 что, все, что нужно, вот, и идти никуда не надо. Есть, конечно, магазины поблизости, но они не так близко, как Лидл. Это аж до 30 апреля, боже мой, как же это пережить. Ой, вот такие вот у нас дела. А еще у нас то дождь, то снег, то солнце. Какая-то совершенно непонятная погода. Вчера вышла из дому, ничего было. Потом как пустился дождь, потом как пустился снег. А потом закончилось все так же внезапно. Но я промокла до нитки. Пришла полностью. У меня даже платье под пальто было мокрое. Хотя пальто у меня такое непромокаемое, как курточка. Вот. Ну, в общем, ну весна идет, весна идет, весна приближается. Всем вам желаю хорошей весны. Всем пока-пока-пока.